Привет, сноубордисты! Немножко мы задержались с розыгрышем нашего приза, да, это дощечки Лемурия, но сейчас она будет, сейчас мы разыграем ее. Но немножко побазарим перед этим, побазарим про сплитбординг. Вот вчера у нас на канале выложили видос про подкрадули, ну и какая-то немножко полемика, какие-то вопросы были про сплитборды, и я тоже вспомнил, что, в общем-то, мы как-то в этом году обошли стороной эту тему, но сплитборды у нас тоже есть. Это, в общем-то, Телос тоже в основном. Был еще Райм, не знаю, Райм чем-то не нашел тут в магазине, возможно, что они кончились. Но Телоса, в общем-то, нам и так хватит, потому что практически все модели, ну, достойные модели, так скажем, имеют сплит-версию. То есть вот тот же Лемуриан имеет версию сплит, Backslash, который, кстати, в комментариях люди хвалят, да, то есть даже пробовали и катались, и кто-то там себе купил, очень зашло. То есть доска имеет и сплит-версию, также сплит-версию имеет доска DST. DST это, ну, такой All Mountain Twin, можно сказать, сравнить его с Джонсом All Mountain Twin, так скажем, универсальная доска, да, которая подойдет, так скажем, под любое катание. Есть даже Swallowtail Split, Ride and Seek, и в обычной версии, и версии Split. Ну, то есть это стандартные крепления, да, к ним в комплекте ничего больше нету. Шкура, камус, то бишь, это кохла, сделана она из махера, такой популярный материал. Есть еще помока, вы увидите, да, но помока уже нарезанная под лыжи. У нас осталось еще несколько пар лыж Райм. Они, кстати, очень легкие и для скитура просто супер подойдут. Если вам нужны легкие и хорошие лыжи для скитура, вот прям приходите, не поленитесь. Ну вот можно скомплектовать их шкуркой помока. Есть еще, кстати, крепление для легкоходов Plum, для лыж, опять же. Они очень легкие, они там супер минималистичные. Такие, которые нужны для как раз бега на лыжах в гору. Также есть для сноубордов крепление Plum. По-моему, единственная пара, или может быть еще одна есть, осталась. Это у нас из какой-то такой еще старой поставки. И, в общем-то, цена невысокая. Цена 50 тысяч рублей всего. То есть, если бы мы сейчас новые привезли, я думаю, они бы стоили уже, наверное, где-нибудь под 70. Ну, в общем, это такие очень технологичные крепления, но да, не дешевые. Сейчас в этом году, к сожалению, других никаких нет, но в следующем году заказывали еще несколько разных других брендов, так что ждем. Хочу еще раз поблагодарить всех за хорошие и интересные комментарии к нашему видео с розыгрышем, да, там мы даже вот с Женей Мотолыгой общались после его выхода. После выхода его видео и отметили, что весьма очень положительно все восприняли и какие-то отзывы положительные. То есть не было даже какого-то такого прям жесткого негатива, да и мягкого негатива тоже не было. В общем, всем спасибо за комментарии, старались отвечать там на какие-то интересные вопросы. Ну, теперь давайте не будем тянуть и приступим к розыгрышу доски. Разыгрывать мы ее будем не в онлайне, мы как-то хотели в онлайне, но что-то подумали, что давайте все-таки просто снимем видео про это, потому что не факт, что онлайн у нас получится, мы его никогда не делали, как-нибудь в другой раз попробуем выйти в эфир. В общем, погнали разыгрывать доску. В общем, ультрагенератор. Ультрагенератор. Победитель конкурс в конкурсе YouTube. Выбрать победителя. Начать выбирать. Говорит ссылку на видео. Да? Теперь ищем нашу ссылку на наш видосик. Сквот. Так, в общем, копируем. Вставляем. И генерируем, да? Так. И победитель у нас некто Владимир Супрунов или Супрунов, который катается на би-би-би-би-би-би-би. Хочу такую хвостатую доску. Ну, видишь, услышали тебя небеса.
Владимир Супрунов. А, подождите, мы сейчас проверим, подписан ли он на Сквот канал. Каналы. Ну, в общем, Владимиру Супрунову не повезло, потому что каналов, ссылок на наш канал мы не видим. Да, в общем, первая у нас какой-то неудачная была попытка, да? Сейчас будет попытка номер два. Был не подписан человек вообще ни на какие каналы, или было скрыто. Генерируем второй. Победитель. Наталья Гребенщикова живет в Поляне без доски. Девушка, уезжайте из Поляны, переезжайте, нечего там без доски делать. Сейчас посмотрим, что там у вас. Что там у вас в Поляне? А, сквот. Да, есть сквот. Краспол есть, кстати, тоже. Наталья Гребенщикова, свяжитесь с нами, напишите нам. В любую соцсеть сквоту напишите, не знаю, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Зайдите, найдите сквот. Ну, кстати, в Инстаграме можете на VR Freeride написать. Свяжитесь с нами, мы вам подберем досочку и отправим. Итак, друзья мои, у нас розыгрыш состоялся, и вот такую досочку Лемуриан выиграла Наталья Гребенщикова, которая живет в Красной Поляне без доски, как она написала. Ну, теперь вы будете, Наталья, жить с доской. Уж не знаю, умеете ли вы кататься. Если не умеете и не катаетесь, заходите в наш магазин, и мы вам предложим все, что нужно для катания. Подскажем инструкторов в Красной Поляне, они научат вас кататься на этой доске. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за комментарии под нашим видео. И не забывайте подписаться на наш канал, потому что это не единственный розыгрыш, который мы будем делать. Мы будем разыгрывать что-то еще. В следующем сезоне, может быть, летом у нас будут розыгрыши какого-то другого летнего инвентаря. Поэтому подпишитесь на канал Сквот и следите за нашими новостями.